Рак ЗЗ экстра хард сегодня. Накладку купил у Ройна Ильи. Я согласен с ним, что да, очень много вращей на первом ходу, но и на втором ходу, на мой взгляд, вращение нормально. Вот. На подаче тоже много вращения. Важно сказать, что она реально экстра хард, ну, то есть достаточно жесткая, то есть прожать ее непросто. На мой взгляд, она прям сильно не похожа на 0.9C вообще по поведению. То есть 0.9C сильно похож на евро-японские накладки, там, на тензоры. То есть, ну, от него отскакивает, как от них. То есть я в нем даже не почувствовал какого-то китайского оттенка. Ну да, пожестче, ну да, там вращает, может, посильнее. Но там от китайских накладок или там гибридов он, ну, как-то не очень. А RAG ZZ Extra Hard вот сильно на них похожи. То есть вот я сравниваю их ее с Инхи. На мой взгляд, она сильно похожа на Инхи. То есть ты также чувствуешь контроль на топсе. Тебе не кажется, ну, в 0.9C в какой-то момент мне казалось, что я там накладку перепрожимаю, и на большой скорости вращение летит мало. А тут ты все равно вращение летит нормально. То есть, может быть, сложность топсов там не такая большая. Ну, то есть они не суперсложные, но они достаточно плотные, то есть ускоряя топс, вращение, количество вращений не падает. То есть в этом оно похоже на Инхи, за что ей, в общем-то, большой респект, то есть я накладкой более чем доволен. Попробовал играть ей на счет. Ну, получилось сразу, кстати, достаточно неплохо. Ну, отыграл вполне себе на уровне. То есть на первом ходу люди ошибались. К тому же вот этот контроль тензора в ней тоже присутствует. Мяч держал достаточно хорошо. Единственное, вот прям боялся почему-то пульнуть за стол. Потому что гибриды от Инхи, в частности Юпитер и Биг Диппер, на мой взгляд, ведут себя как-то более предсказуемо. Там ты как-то четче понимаешь. Здесь все равно вот этот небольшой эффект катапульты, видимо, дает где-то прирост к скорости, но я местами не чувствую, что я точно попаду в стол, где-то кажется, что сейчас пульну за стол. Возможно, надо доску помедленнее, потому что я
Также клеил ее на лонг 5, но лонг 5 получилось местами сильно быстро. Игра пробовал слева, слева что-то вообще мне не понравилось. Вот, ну, я и играю слева плохо, и подрезка слева, в общем, не понравилась. Ну, и она достаточно жесткая, наверное, она не для игры слева. Кому ее можно посоветовать? Ну, наверное, тем, кто любит жесткие тензоры, хочется там еще больше сложности, там больше скорости, больше мощи. Это, наверное, вот про вас. Надо пробовать. Для тех, кто играет гибридами от Инхи, Биг Дипперами или Юпитерами, честно говоря, я пытался придумать аргумент для вас про эту накладку, но не знаю, потому что Юпитере и Биг Диппере, Биг Диппер Спин меня, кстати, порадовал. Я играл им на более медленной доске, и он прям, ну, вообще на уровне. Потому что последний раз мне казалось его тяжело поражать. Нет, нормально. Отличная накладка. В общем, на инхишные гибриды, на мой взгляд, ведут себя как-то предсказуемее, а по мощи вроде как и не уступают. Может быть, можно выжить Ракзай Зет Экстрахард чуть больше скорости, но не факт. Так что тут я даже не могу придумать какой-то аргумент. Она еще стоит, там, получается, 3800, а эти стоят, ну, там, 1000-1500. И почему она сильно лучше, не знаю. Но, может быть, если вам очень хочется какого-то тензорного эффекта, но не факт. Мне кажется, что просто Ракзай Зет, который не экстра хард, наверное, будет, может быть, чуть выигрышнее. Может быть, она будет чуть более... ну, помягче, соответственно, там в ней будет чуть больше от тензора. То есть вы и контроль получите, как у тензора на пассивной игре. И я думаю, будет вот это как оттенок Китая, когда вот такой у тебя большой контроль на топсе. Вот, у меня ощущение, что Ракзай Зет, может быть, будет интереснее. Ракзай Зет Экстра Хард — классная накладка, плохого про нее точно ничего не скажу. Тренер у меня попробовал, тренеру тоже понравилось. Ну, в общем, вот такие впечатления. Если вдруг пробовали или у вас какое-то другое мнение, пишите, звоните в комментариях. Всем удачи, всем успехов. На мой взгляд, важное дополнение. 09C, что бы я про него не говорил, классная накладка. И основной плюс по сравнению там с инхишными гибридами, что ей как будто проще играть. Ну, то есть тебе проще выдать это вращение, проще сыграть пассивно, проще толкнуть мяч. Ты не так устаешь, не так упахиваешься, при этом достаточно сложно играешь. Вот это здорово. А в этом ключе Ракзай Зет Экстра Хард далеко не такая простая. Ей, мне кажется, надо больше пахать. Но при этом она пахать, на мой взгляд, надо чуть меньше, чем Юпитером 2 или Биг Диппером. Ну, мое такое ощущение. Не факт, но возможно так. Каких других плюсов я не придумал.